Резонансный теракт в Израиле. Известный раввин убит. Не прошло и нескольких дней, как спецслужбы сумели найти и ликвидировать всех террористов. Подробности знает Сергей Ослендер. События начались еще 9 января. На западном берегу боевики Хамас совершили теракт. Машину известного раввина Разиэля Шеваха расстреляли в упор из автоматов. Сам он погиб. У него остались вдова и шестеро детей. Спецслужбы очень оперативно вычислили террористов. Ими оказались активисты Хамас из города Джинин. Было принято решение провести спецоперацию по ликвидации террористов. Подразделения спецназа при поддержке инженерных войск вошли в город. Террористы сдаваться отказались. Квартал, в котором они находились, окружили. Начался бой, который длился 12 часов. В завязавшейся перестрелке были ранены два офицера полиции. Один тяжело, другой получил легкие ранения. Оба доставлены в больницу, и их жизни уже ничего не угрожает. Все террористы уничтожены. Оказалось, что организатором теракта был хорошо известный спецслужбам Ахмад Джарар из династии террористов. Его отца, тоже известного активиста Хамас, израильский спецназ ликвидировал еще в 2002 году. Сын таким образом пошел по стопам своего отца. Среди прочего выяснилось, что эта ячейка террористов готовила мегатеракт в Иерусалиме с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Они хотели взорвать многоэтажное офисное здание. Недавно Общая служба безопасности Израиля Шабак отчиталась о том, что только за прошлый год она предотвратила несколько сотен терактов. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».